вот так, по-моему. Ну где-то мы должны крутить так, чтобы вот у нас сейчас стоит насильно. Вот, и кто-то, наверное, она крутится. Ну да. Так. Сборка антенны наркотрида XB. Точнее, ее верховой части. Участвуют. ИР-1Д раком стоит. Уже нормально стоит. РЖ3ДСФ рядом. Оператор РЖ3ДХЦ. Паша телефон звонил. Достали меня! Достали меня! Вот какая у нас антенна. Вот. Подшипник мною закрепленный на антенне. Поворотка, ту, которую мы сегодня испытывали. 800-я. Ну, чашки тут всякие не в счет. Вместе с ключами. Да, проверяем наличие. Ага, что? Готов, говорит, все соответствовало. Понял. Ага, гладенько. Я думал, хватит. Ага, гладенько. Сейчас все будет. Паша там, ну, по телефону сейчас разговаривает. Сейчас уже всем спать пора. Блин, да, звонят. Мосу Балдума приехала. А что так поздно? Они всегда поздно приезжают. Они приезжают неожиданно и поздно. И делают всем... Такое время только девочки по вызову приезжают, и мальчики. Так они знают, что мне звонят, Паш? Говорит, помоги с нам с Вискарем, он из Вискарь кончил. Алло. Да, бандиты тут у нас. А это моя антенна. Пока в разобранном виде. Вот. Книжки тут всякие, карточки заумные. Учебный курс под названием Windows 2000. Вот. Ну, опять возвращаемся к антенне. Упорный подшипник. Да, вот он как крутится, да. Проверяем плавность хода. Хорошо, все, лови. Понял. Вот. Я просто буду поздно, Мосечка. Закреплен. Все, не знаю, еще не решил. Зайка, я просто сейчас занят, мне нужно Шиновину машину вызвать. Блин, Мось, мне сейчас приехала Моса Балдума. Андрюха с ней сидит. Ему там, короче, срочно нужно. Давайте чуть попозже позвоню. Ага, все, давай. Блин, ну почему невозможно, понимаешь, звонок за звонком. Ну да. А как революцию делать, тут не будет. Некому, блин. Да, все попрячутся. Это как Вискарь жрать все. Вот так точно, блин. Много званых, да мало избранных. Это точно, да. Ну вот, кабель, который вот мы сегодня... Все. Предварительная сборка. Готово. Готово. Отлично. Угу. Просто. Просто вообще замечательно. Ну что, открываем антенну? Да. Ну, а, это нет. Да. Это этот... А, это вот? Да. Вот это. Да. Так. Ну чё, давай. Паша, чё? Алло. А, все заняты. Ну давай. Опа. Так, антенна. Ему надо перекусывать вот эти ремешки, да. Да, надо ремешки, да, перекусывать. Ну всё, прерываемся на открытие данной коробки под названием антенна. РЖ3ДХЦ. И группа на клубе РК3ДХБ.